Слушайте, подождите, а чё ж я... А чё ж я так туплю? А я ж сюда не заходил, блин. Вот это да. Так, там пацанчик с оружием. Это уже посерьезней. Без понятия. Джокер нас в свои планы не посвящает. Она была напугана. Сука. Учитывая, что их двое, все прошло для меня безболезненно. Так, пацанчики. Добро пожаловать в библиотеку! Ура! История — это ваш! Трагедия здесь! Тут любой рехнется! А это больно! Кстати, я ток даже не могу вырубить почему-то. О, этот ответ ты нашел. Извини, но это было так легко. У меня времени не было. Люстра висит на веревке, веревка натянута до предела, и тут два заложника, то есть Джокер сейчас ее захочет, наверное, скинуть. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Так, здесь все тоже под электричеством. Начинаешь с последней страницы. Как не стыдно. Что ж, вот тебе и развязка. Через 2 минуты веселящий газ взорвется и навсегда развеселит этих несчастных докторишек. Тик-так, тик-так. Веселящий газ. Времени у меня мало. Что тут надо сделать?
с люстры я, наверное, ничего не сделаю, да? Минута 30 секунд! Да, походу зря я сюда пришел. Сделать тут ничего нельзя. Я хер его знает, что делать. Ну тут по-любому вот эта херня. Блять, я не пойму. Еще раз нет. Так, пошутил. Пошутил, да? Блин, мне казалось, я мог обесточить эту херню, только как? А, система управления считается неустойчивой к взлому. Охранные системы спроектированы. Блять, спроектированы. Кем же они, сука, спроектированы? Ладно, неважно. Так, что ж тут надо сделать-то, а? Там-тарам-тарам, пам-пам. Пам-парам-парам-парам. Твою мать, кто бы знал, а? О, господи. Угу. Ну, слава Спасибо, Богу. Бэтмен. Их больше нет? Да. Вы в безопасности. Что произошло? Все случилось очень быстро. Сюда вломились пациенты. Громили все, что подворачивалось под руку. Как будто что-то искали. Билл пытался отбиться, но их было слишком много. Эти психи забрали доктора Янг.
Она бежала сюда, а они гнались за ней. Прости. Когда я очнулся, мы все были связаны, а доктор Янг пропала. Так, а доктор Янг пропала. Понятно. Дальше у меня опять найти записи. Блять, как же эту херню обезвредить, а? Обыщите все имение. Короче, надо искать эту книжку. Книжку-хулишку. И пока мы ее не найдем, походу, нихера у нас. Почему нельзя расхерачить этот грёбаный провод, блять? Ну где-то же эта книжка должна быть. Документ или книжка. Да тут реально хоть из режима детектива вообще не выходи. Опа. Что происходит? Я не знаю. КП! Два дурачка. Иди сюда. Тварь. Так, ладно. Давайте сюда сходим. Я уже сказал, не знаю. Она может быть где угодно. Опа, ошейник. Сейчас взорвется, наверное. Для чего этот ошейник? Что это за звук? Это ошейник смертника, но звук и правда странный. Ошейник смертника? На самом деле название другое, неважно. Они следят за сердцебиением. Если пульс ниже нормы, в реанимации звучит сигнал. И моя команда тоже спешит на вызов. Сейчас они ждут в западном крыле. Они уже там, конечно, если успели выбить дури с кэша. Знаешь, я не стану сообщать им о твоем прибытии. Пусть будет сюрприз. Так, ладно. Так, здесь я ничего не вижу. Интересно, как сюда гель нанести, а?
тварь! Бежи с Джокером! Скажи, что этот гад молчит! Говори, куда делась эта сука! Говори, или мы отрежем тебе вторую руку! Делайте, что хотите! Я ничего не скажу! Этих идиотов надо всех обезвреживать. Я тебя прикрою. Давай, проснись. Черт, он в отключке. Что делать? Заткните и иди дальше. Блин, охереть, их тут из суки ходят по двое. Вот это и плохо. Мне, чтобы их всех обезвредить, надо... Спустись в архив, высматривай Бэк. Да уж, отличный план. Блять, хорошо бы их по-тихому всех. Блин, давно пора выкинуть эту рухлядь. Тихо. Так, я вижу еще четверых. Я уверен, что вас было больше. Так, еще трое. Так, вот этот один. Херачит. Я всю ночь наблюдал за вашей работой, и я недоволен. Вы не решили ни одной из поставленных задач, и вряд ли доживете до утра. Так, смотрим очень внимательно. Их шестеро. Все вооружены. Уже нет. Ну, так, все на месте. Сюда, туда. Сука, сука. Тварь. Увидел меня. Так, ну, хотя бы так. Сюда! Уже хорошо. Освободи нас! Спасибо. Где доктор Янг? Я сказал ей бежать. Эти громилы искали ее. Я попросил Дока бежать в свой кабинет и спрятаться. Свои записи она хранит там? Думаю, да.
Она так отчаянно пыталась туда попасть. Ее кабинет там. Когда это было? Мне нужно найти ее записи, пока они не попали в лапы Джокера. 20 минут назад, может больше. А что такого важного в этих записях? Заметки нужны Джокеру. Значит, они важны. Оставайтесь здесь, я найду ее. Нет проблем. Попробую по радио. Выясню, кто здесь поблизости. Так, обследовать кабинет доктора Янг. Угу. Спасибо за помощь. Прием. Прием. Кто-нибудь, пожалуйста, ответьте. Это вот сюда, да? Прием. Меня кто-нибудь слышит? Решил найти записки самостоятельно, да, Бен? Ну, удачи. У меня тут целая команда работает с нашим доктором. И очень скоро они вытрясут из нее формулу. Не говоря уж о целой армии клоунов, камни на камни не отправят. Я получу формулу. Ну что, остаешься? Давай, ложись и умирай. Пожалей себя хоть раз. Так, это какие-то камеры непонятные. Мне что тут делать? Блять, закрыто. Попытка номер два. Точно понял, что я что-то не доглядел. Так. Это была проверка. Ты исправился и сдал норматив на нулевой уровень. Не выйдет. Погоди, скажешь, проедет. Ты это уже говорил 10 минут назад. Ага, вот отлично, я все-таки я пробрался. Сейчас открою, чтоб тебя... Ты придурок, Джокер не обрадуется, и ты знаешь... Он здесь! Бандиты Джокера пытались вломиться в этот кабинет. Похоже, пройти через главный вход им не удалось. Нужно найти другой путь. Так, я пришел отсюда. Окей. Это, походу, крематорий, да? Заперта. Так, обследовать кабинет. Все-таки надо посмотреть, что там может быть я найду. Стекло. Ну, допустим, и чё? И ничего. Зараза. Так, что это было?
я понимаю, что надо обследовать кабинет, но я не понимаю. Так, обследовать кабинет. Короче, здесь я ничего не вижу. Что-то есть. Кто-то добрался до сейфа. Единственный вопрос, кто это был? Следов взлома нет. Тот, кто скрывал сейф, явно знал комбинацию. Посмотрим. Отлично. Доктор Янг добралась до своих записей раньше Джокера. Она их спрятала. Нужно проследить ее путь и понять, где она могла их оставить. Так, записи. Записи, хуеписи. Где же они? Отпечаток. Оракул, иду по следу доктора Янг. Мне пришлось настроить сканер только на свежие отпечатки. Они приведут меня к ней или к ее записям. Надеюсь, все получится. Кстати, полиция Готэма обнаружила в городе бомбу Джокера. Ее начинили марципаном и котятами. Котятами, блядь. Это просто отвлекающий маневр. Настоящая игра в Аркхеме. Так, отследить отпечатки теперь. Этого сраного доктора. Так, дверь заперта, придется возвращаться так, как я пришел. Чуть-чуть отвлеклись. Продолжаем искать отпечатки. Понять его. Его тема заключается.
сюда ведут. Отпечатки. Опачки. Опачки. И что тут у нас? Оракул, я нашел формулу доктора Ян. Отлично. Значит, ты остановил Джокера? С этим всегда возникают трудности. Что это у тебя, Бэт? Нет, только не формула! Что же мне делать? Кто же мне теперь поможет? Что-что? Наш старый друг Зас? Припоминаю, что видел его на пути из сада, где он наверняка реализовывал свою очередную извращенную фантазию. Опять веселящий газ. Ох, я чувствую, сейчас будет весело. Да, опять у Бэтмена глюки. Хотел пересмотреть этот фильм, Брюс. Пойдем. А то опоздаем к Альфреду. Извини, папа. Не будь с ним так строг, Том. Он так любит этот фильм. Альфред подождет. Брюс, не отставай. Куда ты нас ведешь? Здесь можно срезать. Но ведь дождь начинается. И Брюс устал. Мы не можем уже подождать здесь. Пошли, не оставайте. Мы почти на месте. Вот так вот. Куда ты нас ведешь? А ну стойте, дамочка! О, Господи! Пожалуйста, не надо. Просто на месте, я стреляю. Берите все, что хотите. Боже! Боже! Тихо, дамочка! Закрой рот! Давай сюда, женщина! Мы почти на месте! Вот и все. Куда ты нас ведешь? Здесь можно срезать. Но ведь дождь начинается, и Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, не отставайте! Мы почти на месте! Куда ты нас ведешь? Здесь можно срезать. Но ведь дождь начинается, и Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, давай, сынок, проходи. Присядь в кабинете. Как он? Переживет. У пацана столько бабок, все с ним будет нормально. Прекрати. Куда что ты имеешь? Ведешь? Парню здесь всего 8 лет. Он совсем один. Деньгами тут не поможешь. Устал. Как мы скажешь, Гордон. За ним уже едет дворецкий, слыхал? У него есть дворецкий. Извини. Мне просто нужно задать тебе несколько вопросов. Принести куда тебе что-нибудь? Здесь можно как ты? Срезать. Но ведь дождь начинается. Я понимаю, Брюс тебе наверняка не хочется сейчас разговаривать, здесь. Но только так мы сможем поймать преступника. Офицер, зачем он это сделал? Почему? Куда ты я нас не ведешь? Знаю. Здесь можно срезать. Все дело в этом городе. С ним что-то не так. Мы не можем подождать. Не знаю, что, сынок. Пошли, не отставайте. Зови меня, Джим.
Вот так вот. И опять наш красавчик. И Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, не отставайте. Мы почти на месте. Что ты задумал? Куда ты нас ведешь? Ну и дождь начинается. И Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, не отставайте. Мы почти на месте. Куда ты нас ведешь? Здесь можно срезать. Но ведь дождь начинается, и Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, не отставайте. Мы почти на месте. Выхода нет! Блин. Куда ты нас ведешь? И после страха забвение. Бля, неправильно сделал. У тебя не получилось. Теперь страдай. Точно, там второй этот, блядь. Безумие владеет тобой навеки. Все, что ты видишь, в моей власти. Так. Короче, пока бежим, да? Аккуратненько. Я сломаю тебя! Сюда.
сейчас нельзя. Тише, броня! Давай, блядь! Ах, вот ты где! Ну, наконец-то. Кто не увидел нашего малыша? Да ладно вам! Что, никто не видел, куда он рванул? Занято. Нужно найти другой путь вниз. Держит доктор Янг в кабинете надзирателя. Нужно выбираться отсюда. Так. А как отсюда выбраться? Немножко не могу понять. Теперь сюда. Так, спасти доктора Ян от Саза. Какое-то имя вообще. Только попробуй подойти, Бет, и я тебя поджарю. Внимательно. Спасите, пожалуйста, кто-нибудь помогите. Не то шаг. Я всю комнату ее кровью в красный покрашу. Я знаю, ты еще там. Скоро услышишь. Что же делать? Нельзя. Нельзя было этого делать. Кто бы мог подумать, что маньяк-психопат убьет бедняжку доктора? Легче легкого. Сыграл на тебе, как на скрипке, а потом оборвал все струны. Спокойной ночи, Бэтс. Стой на месте, Бэтмен. Слушай внимательно. Спасите, пожалуйста, кто-нибудь помогите. Еще шаг.
Я всю комнату ее кровью в красный покрашу. Я знаю, ты еще там. Скоро услышишь ее. Чудовище! Чудовище! Мерзкое, мерзкое чудовище! Он никуда не пойдет. Прекращайте. Простите. Пожалуйста, простите. Я видел Бича. Я знаю. Я... Джокер угрожал мне. Я хотела остановить эксперимент. Пыталась вернуть ему деньги. Для Джокера нет ни ответ. Он создает ужасную извращенную силу, которая уничтожит Готэм. Но ему нужна формула, я спрятала ее, но... Значит, у него есть вином и ваша формула. Господи, у него тонны препарата. В садах есть лаборатория, она изолирована. Но в сейфе старшего надзирателя находятся все коды доступа. Что еще планирует Джокер? Откуда мне знать? Вы думаете, он знает, что говорит? Думаю, он безумен. О, боже! Осторожно! Ну вот и все. Ты монстр! Злой! Злой! Злой зверь! Бедняжка, доктор Янг! Но ты же знаешь, как мистер Джей ненавидит Янг! Ах! На помощь! Сделайте! Старый дурак решил, что он и вправду управляет заведением! Вот уж кто у нас псих! Что ж, Бэкс, много людей еще надо схватить! Мальчики, если задергаемся, приступните его, но не слишком сильно. Мистер Джей хочет видеть его на вечеринке. Сейчас попробуем! Так, вроде справились. А доктор... Араку, доктор Янг погибла. Мертва. Ты нашла какой-нибудь способ обойти ворота? Перед смертью Янг упоминала о секретном заводе. Он спрятан где-то в садах. Протоколы безопасности Уэйнтек надежно защищены от взлома. Люциус отлично поработал. Двухступенчатая биометрическая последовательность, похоже, генерируется лично старшим надзирателем с помощью секвенатора кода. Который Джокер взорвал вместе с сейфом. Старший надзиратель сейчас у Харли Квинн, и он единственная надежда пройти через ворота. Хорошо, удачи. Карта всегда помогает тем, кто потерялся. Отзирателя по ДНК. Скажи ему, чтобы заткнулся, сейчас же. Ты все понял? Да, да. Ты знаешь, где меня искать. До скорого. Идиот. Так, а что если я...
после этого. Так, эти придурки вроде конкретные придурки. Так, все на месте. Я сбился со счета. В упор не видит. Так, короче, он выходит сюда. Отпусти меня, сука! О, малый шарф не сказал плохое слово. Мамочка тебя отшлепает. Здесь заканчивается. Сюда я никак, да, не зайду сейчас. Надзирателя по следам ДНК. Ну, идем правильно. Так, здесь должен быть обходной путь. Присылает свою подружку и велит сторожить туннель. Мы сторожим туннель. Джокер велит пришить летучую мышь. Мы убиваем мышь. Однажды Джокер велел мне убить родную сестру. И ты послушался? А то. Она мне никогда не нравилась. Ну ты даешь. Кстати, он и мне такое говорит. А я ему отвечаю, мол, у меня и сестры-то нет. А он никак не отстает. Тогда я сел в машину и переехал первую попавшуюся бабу. Кажется, Джокеру понравилось. Да. Стив не заскучает. Типа загадочный, да? Он такой. Вот он полный тих, а через секунду... Не будем их трогать. Опыт, конечно, можно заработать, но рисковать не хочу. Давай. Где-то еще был снайпер. С той стороны, по-моему. Сейчас можно вот этих придурков вынести сначала. Будем дальше. Когда у нас рук в СБ? Попробуй!
Разворачивайся, идиот! Это кто? Походу санитар. Так, надо продолжать искать ДНК. Еще один чокнутый. Я не пойму, тут везде тупик. А куда? Ага, меня пропускают. Батюшки мои, сколько вас там? Таки зеленая миля, да. Кто? Остановись, Плющ, Бэтмен, Плющ. Прошу, спаси моих малышей. Извини, Плющ, но цветы меня совсем не интересуют. Им больно. Они молят о пощаде. Оставайся на месте. Здесь только тебя не хватает. Бедные малыши. Я вас спасу. Они все заплатят. А ну-ка, мне интересно. В результате неудавшегося научного эксперимента ботаник Памела Айли превратилась в гибрид человека и растения. Теперь вместо крови в ее жилах течет
хлорофилл. Замана научилась отправлять жертв. А, отравлять. Жертв простым прикосновением и соблазнять их, выделяя особые феромоны. По мере того, как растительная натура Айли брала верх над человеческой, ее преступления становились все более экологическими. Совершая свои злодеяния, она часто сталкивается с Бэтменом, чья железная воля позволяет ему не поддаваться чарам плюща. Как бы как-то вот так. Жестко ее закрыли в клеточке. Так, я хоть правильно иду? Вроде как да. Так, там охранник. На помощь! Ты должен вытащить меня из камеры. Это же я, Кэш. Я там нужен. Я могу помочь тебе. Да подожди, сейчас я тебя вытащу. Здесь! А вот и хрен. Давай, парень, вытащи меня. Помогите! На помощь! А вот и Харли. Харли, помоги мне. Слышь, ого, фигово выглядишь. Может, принести тебе бутылочку шампуня? Растения, ты слышишь их. Им больно, они зовут меня. Неужели? Жалость-то какая. Ну, пока. Пожалуйста, выпусти, они умрут без меня. Не знаю, Рыжая. Тебя к мистеру Джею не приглашали. Ну что ж. Пожалуйста. А, какого черта? Выпущу тебя. Так, намного лучше. Неплохая девчонка. Ай, так бы и смотрел на вас весь день. Ну и шумиху вы подняли. И, кстати говоря, смотрите, какой чудный бунт я для вас приготовил. Чего ждешь? Он захватил контроль над переключателями управления. Секвенатор кода у меня, но без терминала, который в моем кабинете, он бесполезен. Ваш терминал уничтожен. Дайте секвенатор. Что? Да, конечно. Ничего не выйдет. Половина кода тебе не поможет. Мы в ловушке. Так, выводит из строя системы сигнализации, работая на ультразвуковой частоте. Протоколы безопасности взламываются с использованием 512-битного дешифровального ключа. Ну окей. Всегда есть выход. Всегда. Всегда есть выход. Всегда. Так, сейчас надо вспомнить. Ага, во. Вот теперь я смогу эту херню взламывать. Я не понял, как я это сделал, надо потом предрочиться. Оставайся здесь. Закрой ворота, когда я уйду.
Отличная мысль. Нельзя, чтобы человек моего положения попал к ним в руки. Вытащи меня! Ты спас не того надзирателя. Он самозванец. Ты же знаешь, сколько здесь психов. Это не того, блядь, спас от сука. А где ж тот? Так, смотрим. Уничтожить цех по производству титана в ботанических садах. Хз, ладно. Так, здесь ничего. А здесь у нас кто?